Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На Сейшелах открыли новую площадку. Это стало подарком островитянам в канун Нового года. Право торжественно перерезать ленточку получили Арай Чебанян и Саша Шева. Новая вилла в разы больше предыдущей. В сети ходят слухи, что скоро за ворота уйдут все те участники, кто провел на Доме-2 больше года. И главные претенденты на вылет – это Лилия Читрару и Сергей Захарьяш. Также поговаривают о том, что Юлия Ефременкова провалила свой испытательный срок на Острове Любви, поэтому ее вернули в Москву ранее назначенного срока. В связи с этим на острова была отправлена Катя Жужа, которая несколько месяцев не принимала активное участие в съемках. И в критический момент руководство было вынуждено попросить ее о помощи. Но Юлия опровергает слухи, что ее не утвердили в качестве ведущей после стажировки. «Не волнуйтесь, — пишет она, — у меня все отлично». Влад Кадони, который недавно сообщил, что будет ходить в шапочке целый месяц из-за того, что он проспорил Андрею Черкасову, все-таки не выдержал и снял шапку. Похоже, что кроме ринопластики он сделал также операцию и на уши. И никакого спора с Андреем у него не было. После Нового года на проекте стартует конкурс для пар «Свадьба на миллион». В этом напоминает зрителям Сергей Кучеров. «Как вы считаете, у кого из пар больше всего шансов загробастать себе миллиончик?» – пишет он. Марго Овсяникова на Сейшелах купается в мужском внимании. Она уверена, что нравится Иосифу Оганесяну. Также пишет о том, что несмотря на расставание с Саймоном Марданшиным, у них остались какие-то чувства. Кроме этого, к девушке приехали три новых парня на остров. Она пишет, что торопиться со следующими отношениями не будет. Следующую жертву будет выбирать очень тщательно. Андрей Денисов влюблен в новенькую Ольгу Жарикову. Он мечтает отправиться с ней на остров любви. Саша Черно ищет хорошего парикмахера. Девушка хочет сменить имидж, перекраситься и нарастить волосы. Скоро она будет выглядеть примерно так. На недавних съемках новогоднего выпуска «Дома-2» было очень много бывших участников. Это Ира Пинчук, Элла Трегубенко, Марина Мексика. Кстати, Марину на этих снимках очень трудно узнать. У нее после повторной ринопластики, когда ей восстанавливали спинку носа из ребра, еще не снят гипс. Илья Ебаров уверяет всех, что на этих съемках у него было волшебство с Машей Кахно. Якобы между ними возникла бурная страсть. Они решили уединиться и вернулись к коллективу лишь через 20 минут после бурного секса. Ебаров пишет, что Маша – лучшая девушка в его жизни. Правда, интересна она ему только в сексуальном плане. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.